Дорогие друзья, в этом году Организация Объединенных Наций отмечает свое 75-летие. За этот промежуток времени мир, безусловно, стал лучше. Но сегодня человечеству по-прежнему угрожают опасности. Украина, как и многие другие государства, столкнулась с самыми сложными вызовами из-за боевых действий на востоке страны. Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, спасая свою жизнь. Пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис застали всех врасплох. Следующий вопрос, решение которого также не терпит отсрочки – изменение климата. Только объединившись на всех уровнях и в первую очередь на местном, человечеству удастся преодолеть вызовы, которые носят глобальный характер. И сегодня этому, как и 75 лет назад, способствует Всемирная организация Объединенных Наций. Уверен, прекрасный концерт Одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла, записанный в самом сердце Одессы, возле знаменитого оперного театра, станет прекрасным подарком Украины всем государствам, членам Организации Объединенных Наций. Ведь музыка – это инструмент, объединяющий сердца. С праздником мира, здоровья и процветания!